И снова здравствуйте, с вами Кристалл, и перед началом ролика скажу вам, что это запись со стрима, чтобы не было вопросов. Решил попробовать опубликовать, посмотреть что да как, вам будет интересно или нет. Если понравится, ставьте, конечно же, лойсы. А сейчас начнется ролик, сегодня буду я вам болтать, мешать и так далее. Хо-хо. Как тебе? Не очень. Ё-помать. Не-не-не-не-не! Да. Гребаные гранаты. Попался сам на своих гранатах. Это не мои гранаты, это уровень сам выкидывает. Да? Да. В смысле, какого черта? Откуда у тебя вторая? Заспавнилась новая. А не спавнится? Блин. Да. Я-то почему? Прям в рейнже. Слушай, это рейнжа все еще была? Да. Вы, блин, издеваетесь. Что, гранатомет с прицелом или мне кажется? Взорвал. А ты с чем был ты вообще? Гранатомет. В небо стрелял вверх. Стоп, свою же проделанную дыру запрыгнул. Надо было подпрыгнуть, блин. В смысле? Ты допыжил. Я. Что это вообще за мороженки, а не пушки какие-то? Что-то страшно. Да. Но не так, как оказалось. Ненавижу эти уровни с этими финями. Да не, мне нравится наоборот. Такие игры. Вот с тем бластером долбанным, мне вот не нравится, который рикошетит. Вот там вообще все просто. Что за фигня? Что за мы вышли на один уровень? Ну, я пытался выше подняться. Стой, дай сыграем. Не, я об этом имею в виду. Подожди. Так. Да, блин, что ты мне кидаешь свою дудку? Так, погоди. Сейчас подожди, стой. Давай, подпевай. И как мне пройти? Я горю. Ты горишь? Ну, дверь горит. Тебе ничего странного не кажется? Что? Ты дверь закрыл? Я ее закрыл. Я тебя под офигительный музон уничтожаю. Да. Просто. Как это вообще, а? Как можно было дверь закрыть? Как это вообще произошло? Ты ее открыл с другой стороны, или что, я не знаю там. Я не знаю, я не понимаю. Ты такой в нее выстрелил, я в нее выстрелил, и она закрылась. Ну это прикол, да. Такая, знаешь, ну что хочешь, делай. Ключи-то не респавнятся. Блин, как смешно винтовка выглядит, когда кидаешь. О, что?
Да дай сюда пушку. Иди сюда. Да фак, как я себя убил-то, ё-моё, этим камнем. Грёбаный камень. Как вообще это получилось, а? Ненавижу камни. Просто сквозь него прошел и съел ключ, да? Тоже вариант. Ты броню мне сбил? А, не, не сбил. Чего у тебя рикошеты гранаты-то стали вдруг? Не знаю. О, не прыгнул. Я прыгнул! Да. Ми-ми. Ой, это однозарядник же. Я выстрелил. Нафиг, а? Я вообще отказываюсь это понимать, что за фигня. В смысле, я в тебя выстрелил? Мы в разных геймах живем. Ненавижу. На какую кнопку? На прыжок всегда. Я просто настолько ненавижу этот уровень. Я не знаю. Это бред. По мне, так это наоборот один из самых веселых. Что с этим делать? Ты его убил. Давайте я расскажу интересную историю. Иди сюда, послушай. Блин. Хреновая Библия. О, это лучше. Если бы сейчас ты убился, я было бы круто. Да? Я бы тоже одобрил. Я забыл. Я забыл. Стоп, что я пакет проглотил, по-моему. Когда вниз покатился. А, патроны кончились, да? Иди сюда. Они кончаются на этой фигне. Да ты тварь. Да ты надоел. Иди в пакет обратно. Скай, который жил в пакете, блин, иди отсюда. Блин, реально, это что за бред? Себе на голову сбрасывай телек. Тело он советует. Ой, спасибо, знаешь, за такие советы. Че ты психуешь-то? Нормально же играли. Так, я тебя подожгу хоть, блин, не смог. Я быстрый. Я не понимаю, кому кверху будет стрелять этот сраный пистолет. Кверху? Ну, слегка у тебя выше стрельнул. Просто я подпрыгнул. Так, у меня 10, наверное, да? А, 12. Сейчас, 12. Давай еще. Ох, как же... Первый победный катки Ская. Такой не будет. Победка не будет, да? Да ладно! А чё, подожди, а где стволы лежали? Рядом. Я не помню. Ух ты. Да ты меня просто поражаешь. Я такой, так хочу сказать, только нифига тебе повезло, и ты такой, да ну нафиг. Ты хочешь заорать, я взрываюсь и улетаю вниз. А, у него патроны заканчиваются. Да, ну нафиг. Пискареты, блин. Да. О, эта карта мне нравится. Мне вечно какой-то трэш творится. Ну, да, не настолько трэш. Я вообще не понимаю, как ты метаешь именно? Вперед и бросить. Да я стреляю, что за... Избавился от трупа. Ни хрен тебе. Ни хрен мне. Хочешь? Да, я знал. Подойти к дверям. Кстати, я тупанул. Почему я не взял снайперку и не убил тебя? Ну, у тебя был бы шанс.
Мазокрекер. Блин. Фак. Если ты в яму упал. Ох. Нет! Я не хотеть умирать. Вот это был бросок, конечно. Да какого хрена так далеко патроны летят? Какого хрена, нормально, все, ты меня столько раз убивал. Не, ну просто патроны так летят далеко. Я думал, я уже ушел. Да я выстрелил, да не ты нафиг. Я перевей. Да блин, я освоил потолок. Ты сгореть захотел? Ну я таки понял. Ты видел, пулемет заставил застрять? Нет. Весело. Все, я сливаюсь, я бугур. Горит. Ну надо же победить. Ой, с подарочками. Че это? Пум-пум. Знаешь, по-моему, похоронный марш немножко не так играет. Я не умею играть на этом тромбоне. Дудке. Трубе. Нет, я хотел продать эти ботинки. О, не хотел. Своим детям. Продать своим детям? Да. По моему выражению лица не видно, что я мутный. Утка. Да вверху уже стоит. Идите нафиг, мутная утка, а. Блин, это был развод. А не, вот норм. Был... Кто там? Это я, ваша смерть. А-а-а. Смерть. То есть вправо еще была возможность идти все это время? Да ну! Я в другом месте стоял. В смысле? Что ты там стоял? Ну это у нас баги, мы совсем по-разному видим. Я художник, я так вижу. Ага. Я ненавижу просто этот стул. Хреновник. Здорово! А я обожаю. Да ну тебя нафиг, а ненавижу просто реально. Пулемет самое тупое оружие в этой игре. Тупой это рикошет, блин. Тупой это я. Блин, бананы кончились. Я сейчас себя добил взрывом. Чем? Что там было? Граната в руках, я хотел с тобой рядом взорваться. Что ты чувствуешь, что опять гореть будешь ты? А, ну что? Да. Ботинки. Как ты это делаешь? Так. Да ты... Какого... Я тебе всю дверь бомбами обложил. А что мне было делать? Не знаю. Опять стоять, как там, как идиот? Нет, ты мог отойти подальше, попробовать кинуть пушку. А, дверь бы не помешала. Ты забываешь. Она вроде заела, нет, открытой? Нет. Она как раз закрыта была, я поэтому пошел. Надеюсь на то, что их выкинет. Я уже и в этой карте научился. Да я как бы понимаю, я думал, он выше, ты так высоко не сможешь стрельнуть. Что? Клевый рикошет был. Обратно вернулась. Я будто в тебя маску пытался кинуть, блин. Читинг меня расплющило. Ты со стеной целовался так где? Да ёб! Это вон я там сальто мортали скрутил. Я обожаю дробовики, я не знаю почему. Реально, на них мне больше везет, чем на всем остальном.
Я так еще ее запульнул. Спокойненько. Гольф, блин, поиграл. Нет, 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 нет. Почему пакет с неба не вернулся в ту точку, где ты стоишь? Что-то ты мне мозг выносишь. Ну что ты? Фу. Я вниз стрелил, да? Не знаю. Еще играется. Да. Пинг-понг, блин. Да куда ты стрелил? Чего сейчас было? Ты мне это вообще странно выглядело. Я стекло пробил, пушку тебе попал в прыжке. Да блин, как эту штуку выбить? Ай, ладно. А, то есть все еще пытаешься понять, как эта машина работает? Как она работает? Хрен его знает. Ей как-то управлять надо. Можешь попробовать освоить ее. Не хочу. А я летаю. Да какой стол? Где нормальное оружие? Что? Еще трупика моего не хватало, там же прыгучего. Да почему у тебя постоянно выстрел кого-то хрена раньше долетает, хотя я выбегаю первый? В следующий раз ты будешь Костя. Да. Кстати, неплохо, ты там 4 ж бросил, когда тебе 4 раза успел проиграть. Я даже не замечаю, как это происходит, как обратно вернуться. Ай! Стоп! Подожди. Идиот! The fuck? Я промахнулся по грёбаному блоку. Подожди, стой, это мой ствол был? Да, мы же одно оружие сохраняем туда. Ой, что-то как-то нечестно, по-моему, не? Да ну нафиг! Все честно. Это типа камера, чтобы меня убить специально. Да. Я извиняюсь, на что ты рассчитывал? Не знаю. А вдруг сработает? Ух ты, сейчас там взрываться будет. Смотри. Жить хорошо. Адская бегать. Веселей. Ага, патроны-то кончились. Да. Давай за ключиком сбегай. Давай жарь. Я тут посижу. Я могу долго тут сидеть. Что ты придумаешь? Ну все, пошли уже, господи. Ну придумай план какой-нибудь. Че, совсем взорвал. Ладно, пора валить. Это что, удар, что ли? Я не знаю, что происходит, но я как-то жив. Я так же. Блин, эта дверь закрыта. Вода, вода, прыгай в воду. Ей. Да ты нафиг не дал мне даже ни с чем нормальным походить. Нифига себе, ты пол игры бегал, я прятался в воде.
тебе челлендж. Давай. Да ну! Да, но это было совсем случайно. Хоть надо было сделать вид, что так и задум... Да, да какого? Bulletproof! Да ты реально bulletproof, слушай, а? Сам себя взорви нафиг. Bulletproof, блин. Bulletproof, чё? Гульман. Гранатомёт опруф, блин. Нравится мне эта реакция. Мой. Ой. Мой, да. Стоп, нет. Не сюда хочу. О, пи. Блин! Ох. Так, где я? А. Я... Ты сам вылез на этот залп. Не, я начал тоже стрелять в прыжке прямо. Такое ощущение, что ты на секунды две позади. Лол, еще матч? Ну, слушай, в этот раз... Да. Ты, может, даже и выиграешь. Выиграл. Бля, как мне нравится это рандомное убийство коробкой, как обычно. Блин. Это было почему тоже как-то. У тебя в руках оказался, хотя первый там был. Не знаю. Да блин! Кстати. От Майнкрафт пока поиграю, погоди. Да иди ты. Эй, ты меня... Да чё? Чё за бред? Уехали. Ну все, ты выиграл, короче, походу. Почему? Потому что я сливаюсь по-лютому. О, нет. О, нет. Я, кажется, проиграл. Я чуть только что не проиграл. Я первый. Ты меня прям из рук вытащил. Давай, спустись на один уровень. Да! Зато я жив. Да что такое-то? Да! Почему не прыгает как надо? Ай, ненавижу. Да ну... Который раз я уже пытаюсь... Я просто не понимаю, что происходит. Ты такой... как он проигрывает? Да как он выигрывает, блин? Как это аутист выигрывает, да? Нет, ну ты тут не успеешь меня выкинуть из стопудово. Надо было дробаш стырить. Так это... Я ж тебя... Да, почти. Как? Ты что, с другой стороны базуку взял или что? Я не знаю, я в двери зашел и выстрелил. Тем и заканчивается идея, блин. Просто беги и раш. Ну ты по-любому выиграл. Нет. А я сейчас это 11 или 12 кину. А! Внезапно. Что будет решающий сейчас? Сейчас будет решающий. Я не выиграю. Я не выиграю. В этом играю, на этом не кончится. Ох, ёб твою мать. Ух! Что?
Я ж чуть не это, мне плохо чуть не стало. Чё, ты в кубике был? В каком кубике? Ну, в этой фигне. Прям в ней. Обратно вернулась, да чё за бред? Fuck you. Это мой кубок, я выхожу с ним. Пустите меня, выпустите. Мои фанаты его мудохают, пустите. Всё. Нет, то есть, это неправильно будет. Всё, я выхожу.